Хей, я угасил наш видеокрут жанра гитеру под названием Cat Quest 2. Короче, я пришел к сундучку, чтобы не терять время, да? Шапка что-то... А! Опа! Стоп, а значит, должно быть еще где-то сундук. Шапка что-то... Б, да? Нам придется, походу, снова еще сражаться с этими шутами. По-любому. Ладненько, полетели. Наверх, хотя... Ладно, тут недалеко. Так, нам, походу, наш знакомый друг, это говорящий куст. Таинственный голос. Здесь, я прячусь в кустах. Не поможете мне вернуться украденные припасы? Ради высшего блага. Припас продолжает пропадать в этом... Поэтому я спрятался в кусту, чтобы понаблюдать. Выяснить, кто... Так, что королевские солдаты воруют припасы для себя. Обычно они ходят двумя дорогами. Они только что ушли, так что выберите правильный путь и верните припасы. Там я ничего не вижу. Здесь все вижу. Ну, окей, поделите припасы так, чтобы мы могли отдать часть назад. Мяу. Нас раскрыли, Рокки. Помогите нам. Мяу, думаю, они ушли. О, мяу, лорд, они все еще здесь. Просто забирайте, не арестовывайте нас. Бежим. Ну, подбирать ящик с припасами. Спасибо за припасы, я распределю их позже. Вот, возьмите. Шляпа белого мага. Мы отличная команда, приходите ко мне снова. Эй, это снова я. Нас окружают предатели, вы должны помочь мне отмуразить их. Украсть у богатых. Среди горожан появился предатель, который отдает ваше золото, наше золото королевским солдатам. Они встречаются в пещере незамелословатости. Идите, проучите их. Так, полетели. Вот припасы. Надеюсь, это хватит на первое время. Здесь кто-то есть. Да бежим. Так, я вижу сундук, окей, который мне как раз нужен. Я здесь, найдите меня. Не других меня. Ну, думаю, все равно по-любому же пойду. Нет, другие ни в чем не виноваты. Если вам нужно кого-то арестовать, арестуйте меня. Стойте, я помню, Кири Так. Кири представлял их. Они потомки королей. Мы, короли, это солдаты, идут против закона, чтобы помочь нам и горожанам. Без них мы нуждаемся... Так. Вынуждены были бы отдать все свои припасы и золото армии на нужды войны. Мои короли, вы говорите, куст послал вас за нами? Этот куст, наверное, шпион. Мы должны разоблачить этот куст в вашей мурлычество. Умоляю, вы встретимся снаружи. Окей, мы тогда с вами до конца смотрим, что тут есть. Так, шлем рыцаря. А что с той стороны? Так, сундучок. Вот что здесь. Ледяной посох. Чё, суби?
Да, видите, типа, я все-таки зачистил ее, и тут больше ничего не показывает. Встретимся здесь снова, ваше Морло, сейчас у меня появилась вся план, и вот возьмите это. Что вы, рыцари? Ваше Мурлычеса, у нас есть план, как обескустить куст. Поможете нам? Обойдь беды. Ваше Мурлычеса, вам нужно будет завлечь куст в обозначенное мной место. Ну, схватит его и будет всю правду. Удачи. Значит, мне сначала нужно с кустом поговорить, как я понимаю. Наконец-то вы вернулись, уверен, вы подали предателям хороший урок. Вы хотите, чтобы я что-то подтвердил? Показывайте дорогу, встретимся там. Итак, что вы хотите, чтобы я увидел? Взять его! Он пользуется магическим заклинанием, чтобы скрыть себя. Если мы это заклинание. Что это? Что ты делаешь? Моя маскировка. Вы предатели королевской армии, вы пожалеете об этом. Агент Мяу-Мяу 7. Агент Мяу-Мяу 7 это как агент 007. Ясно. Вы не знаете, кто я? Я агент Мяу-Мяу 7. Лучший шпион армии. Мяу, агент повсюду, агент... Агент 8, агент 10, выходите. Вы заплатите за то, что уничтожили мою маскировку. Да, он плохо магии, все я понял. Мои короли, сюда. Спасибо, что уничтожили шпионов. Вот возьмите это. Ледяной посох. Мы и правда будем помогать горожанам и магам. Удачи, ваше мурлычество. Так, настроили. Так, и то у нас получается больше на этом острове нету, да? На стоп. Тогда мы отправляемся с вами дальше. В пустыню. Ну, нет, подожди, там еще остался между пустыней и... травой. Здесь еще есть место. Занец. Селянин. Эй, вы же не боитесь за меня учить лапки? Похоже, мне в эпическом смертельной схватке. Равные соперники. Смотрите на этого пса, вон там. Мы пытаемся выгнать другого. Если бы я мог доплыть туда, и он продолжал лаять на меня, будто я понимаю, о чем. О чем? Стойте, ты собака? А, о, ты можешь перевести эту запись, которую я нацарапал. Прочитай ему ее ему. Это заставит его бежать отсюда в слезах. Дает записку. Что? Этот кошак... Шерсти назвал меня толстый, старый, слюнявой дорожной мордой. Ты скажи ему, что он злой. Кто же так шарахается от огурцов? Я понял, почему прикол с огурцами. Короче, лежал огурец. Ну, типа, кот стоит задом, положили огурец. Кот поворачивается, типа, пугается. Это видосик какой-то там был в интернете. Я это помню. Я не боюсь никаких огурцов. Шерсти клок. Он не убежал в слезах. О. Селянин дает вам мячик. Они любят играть в мяч. Бросьте этот мяч как можно дальше. Он потеряется в поисках. Вы бросаете мяч изо всех сил. Мячик. Скоро буду. Я показал вам мяч. Возвращай его. Этот кот думал, я потеряюсь. Ха-ха. Вот мяутное масло отпугивает котов. Дайте ему его. Мурк.
Как он посмел? Пора пускать его в ход, катая в ник. Большинство собак от него клонят в сон. Хам, я просто вздремну тут. Я могу спать стоя, не действую. Он все еще здесь? Он мяу-лорд. О, мяу-лорд. Какая настойчивость, а? Стойте, у них тоже есть виверны? Его сейчас съедят, спасите его. Готово. Все в порядке? Если честно, это весело, хотя от всех этих военных действий в глазах немного потемнело. Скажите ему, что он выиграл раунд, но на этот раз. Он в порядке? Фуф. А, нет, я не успокоился. Все, Мяурну, я приму победу на этот раз. Вот, возьмите немного золота и награду. Квест пройден. Так, ну что, поехали, у нас как раз городишко тут недалеко. И сейфчик. Привет, воины. Не поможете мне в поисках гавкастических сокровищ? Утерянные сокровища. Спасибо, что предложили свою помощь. Можете звать меня Лайтон Дрейк. Охотник за сокровищем. Подожди, Лайтон Дрейк. Лайт. Кайтон. Алан Дрейк, да? Все. Алан Дрейк, охотник за сокровищем. Это с другой игры. Я уловил запах у кого древнего и магического, а так обычно пахнут сокровища. Если вы разведете все для меня, будет великолепно. А разведайте. Разведете. Да-да, мне кажется, я смогу прокачаться даже. Так. Дракон? Таинственный голос. Эй, там, предупреждаю, я хрупкий. Да, ребята, я правда череп на земле. Вы говорите о сокровищах. У меня есть сундук сокровища, но я не помню, где он. Однако я сомневаюсь, что вспомню как... Так, вспомню все. Как только верну себе свое тело, если уж говорить о нем. Я чувствую его часть поблизости. Поднимите меня аккуратно и идите по следу. И подбирайте череп. Плохо то, что моя картинка довольно слабая. Ну, типа, она отбрасывает, это хорошо. Подбирайте кости лап. О, больше ничего, никаких частей. Кот, возьми. Есть тут где-то местечко, где я могу придохнуть и подумать немного. Знаете такое место? Тогда вперед, ребята. Что? Говорящий череп? Потерянными сундуком сокровища? Опушительно. Он может остаться здесь, не переживайте. Спасибо, вы выяснили это для меня. Вот. Шляпа огненного мага. Приходите поразлюхивать с нами снова. Это да, мало что это. Отличные новости. У черепа появилась зацепка. Сокровища ждут нас. Рассказа какие собак. Что ж, пускай мистер Череп расскажет сам. Он много чего вспомнил. Я каламбур и заклинатель, разделенный моим телом. Остальные его части находятся в гробнице поблизости. Возьмите меня и в путь, ребята. Там, в этих руинах. О, только что вспомнил. Я дружу с одним котом, его звали Маус. Вместе мы нашли сундук сокровища. Интересно, как он сейчас? Идем внутрь. Мои фантом... Так,
Фантомные усики звенят. Туда, ребята. Это нехорошо. Ну, здесь логично, как его убить. Тут нужно его немного сюда подозвать. Ни хрена. Разве вы не знали? Открывая сундук с сокровища, вы можете выпустить особые дары. Когда Маусцы и я впервые открыли сундук, нам было даровано правильная речь. Кот, возьми, это мое тело. Но оно не особо дружелюбное. Думаю, теперь можно по... Так. Присобачить лапы, которые вы нашли раньше. Вы закрепили лапы. О, песик, я только что вспомнил кое-что плохое. Да, Маус открыл сундук сам, и котам было даровано магия. В отместку я тоже открыл его, и собаки получили научные знания. Затем между нами завелась драка, и ведь каждого из нас сам обуяла жадность и желание владеть тем, что осталось в сундуке. Ох, продолжим. А теперь приставьте мою голову к моему телу. Копы заберу. О, песик, я вспомнил кое-что еще более печальное. Маус погиб. Его предательски убил другой кот, который завидовал всему его знаниям. Мне это не нравится. И почему я не удивлен? Простите меня. Фух, теперь мои кости под контролем. Увидимся снаружи. Так, иди, сундук. Опыт, опыт, опыт. Опа. Опа. Так. Вот это да, я мог, значит, упускать какие-то все-таки моменты. Древнего властителя. Да, зачищено. Грустно вспоминать, но я теперь... Так, потерял друга из-за жадности. Вот, возьмите. Меч скаута. Мне нужно перебрать всю эту новую информацию. Встретимся снова. Дальше. Я вспомнил, что случилось с ящиком сокровищ. Идемте, заберем его. Ящик с каламбуром. Так... Закопала сундук там. В нем и все еще осталось одно последнее сокровище. Пора открыть его. Вот он, ребята. Открывайте. Вы открыли сундук с сокровищами. Что во имя собак происходит? Собачьи печенюшки теперь про... Так, припоминаю, сундук пуст, и вы использовали, чтобы заточить Аписа. Это я, Апис, убийца Мауса. И я, наконец, свободен. Ты проклял меня и попытался забрать последние сокровища из сундука. Но я застану тебя Так. Но я затянул тебя внутрь и заточил. Я учу, я почти выбрался наружу, когда какие-то оккультисты призвали меня
Свобода была так близко. Теперь ничего не помешает мне остановить на свободе и уничтожить вас. Я сейчас свободу свалю. Ха, вы двое думаете, что сумеете остановить меня? Попробуйте. Сан, вы победили его. Мне жаль, что в сундуке больше нет сокровищ. Я выпустил последний из них здесь, в памяти о Маусе. Это то самое место, где мы встретились с ним впервые. Хотите знать, что было последним сокровищем? Так вот, это был дар каламбуров. Маусу это понравилось. Забирайте сундук, он ценен сам по себе. А теперь мне пора присоединиться к Маусу. Спасибо за... Подбирайте сундук. Вы говорите, что этот сундук дарован нам речь. Так, даровал нам речь, магию и науку. Это бесценно. Это историческое свидетельство того, что коты и собаки могут быть друзьями. Вот возьмите. Доспехи рыцаря. Ну, призрак, ладно. Благодарю урчательно. Я теряю надежды, что когда-то мы снова будем жить в мире. Так, 82-й уже уровень. Дальше, погнали. Понадобится монетками. Для прокачки я, наверное, ну, я хотел в магию все уйти. Давайте, наверное, в магию и уйду. Что у меня есть, я на магию потрачу. Так, без. Алайдеус Гавган. Привет, я Алавай Дэйвис Гавган, дирижер бродячего оркестра. Не согласитесь ли вы стать... Так, странники помочь нам пройти через стену. Прилюки. Теперь нам нужно пропуск, чтобы пройти через стражу, но не стоит слишком дорого. Один мой знакомый тайный Гавген изготовил для нас фальшивые пропуска. Видите скалы? Он прячется за ними, а так как он любит пощекотать себе нервы, он безусловно выбрал самый опасный путь. Ла-ла-ла. И видите, так, я видел, что вы прошли мимо стражи, значит вы можете встречаться с ними и забрать пропуск. Встретиться с ними. Когда доберетесь до него, просто назовите ему этот пароль. Пожалуйста, слушайте внимательно. Я уверен, вы запомнили. Удачи. Серьезно? Прелюдия. Я должен был запомнить? Здесь есть скалу, на которой прячется тайна Гавкен. Ну там, где враги, там и он. Логично. Я не выйду, пока я не пролети... Так, не пролайте пароль. Прелестно, дайте-ка я переберусь в более безопасное место, чтобы мы могли поговорить. Далее, Гавген дает вам фальшивый пропуск. Спасибо за красивое пение. Передайте это Гавгену от меня. Подайте Гавгену фальшивый документ. Автостично. Ла-ла-ла. Спасибо, у меня кое-что есть для вас. Шапка музыканта. Если мне еще понадобится помощь, я буду здесь. Ладно, ладно.
Привет, не откажете еще в одной любезности? Не сопроводите ли вы заблудшего щенка? Фигура вторая. Перевод участников моего оркестра через тело занимает немало времени. Один из них только что прибыл с юго-запада отсюда. Мне все еще нужно пропуск для этих двоих. Поможете мне переправить его сюда? Ла-ла-ла. Бродящий музыкант. О, помогите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Так, ну здесь нужно это. Мистер Гавганг прислал вас защищать меня, спасибо. Я попробую бежать как быстро, как только лапы позволят мне. Вы можете сражаться с чудовищем по пути. Или просто бежать. Как хотите, вперед. Пушальди, я чую запах котовника на тебе. Это он привлекал чудовищ. Но мне пришлось здесь его нигде не найти. Спасибо, что привели его сюда, друзья. Ла-ла-ла, ваша награда. Нагрудник музыканта. Надеюсь, все позади. Если увидимся снова, поболтаем. Не, вот тут, конечно, что мне дали 50, это прикольно. Такие новости к кошалению. Мне снова нужна ваша помощь, чтобы провести меня с Пушальди через стену. Кода. Ла-ла, сюда идет генерал, поэтому солдаты как никогда строгие. Эти фальшивые пропуска больше не работают. Просто взгляните, их стало больше. Остальные члены оркестра ждут нас на другой стороне, ла-ла-ла. У них есть план присоединения к ним, чтобы отвлечь внимание. Наш план набросится на вас, двоих, чтобы выманить сюда солдат. Тогда мистер Гавриус сможет проскользнуть, просто подыграйте, да, окей? Ой-ой, что это за лайв и гвалт? Вы все арестованы, готовьтесь. Лапы вверх, я разберусь с этим. Ничего себе. Алейдус Гавганг. Стойте, это не их вина, генерал, это все я. Таинственный голос. Нет-нет, стойте, это моя вина. Я на самом деле... Кот, мистер Гавганг, не хотел заставлять меня. Морлея, мы так долго путешествовали вместе, я просто хочу играть нашу музыку. Генерал Пучеглаз. Кр. Пушисти некуда. Вы два воина там. Победите меня, и я уйду. Кр. Окей. Мне нужно сразу понять. Ясно. Ну, у меня уже всех победит кто-то. Я чую запах от... добродетели. Так, от ваших клинков. Вы уходите, солдаты. Ко мне. А мы уходим, солдаты, ко мне. Благодаря урчательно. Возьмите это. Лютня музыканта. Восстановление маны.
мы сложим песню о ваших невероятных приключениях, которая будет дарить надежду, вроде этой. Не хочешь спеть ее вместе со мной? Квест правильно. Альбиска. Все, ладно. Так, хорошо, здесь мы с вами закончили. Так, раз я вижу квест. Сколько тут у нас вообще квестов? Один квест. Жалко, что одолеть нельзя. Один квест. Так, у черепа два квест. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Шесть квестов осталось. Потом мы будем защищать пещеры, но в основном я буду вам просто показывать, что в этих пещерах. Да и все. Туда-сюда и конец. Давайте, ладно, сюда сейчас придем, я как раз сохранюсь и закончу. Или хотите, можем, хотя нет, уже время. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.